Ну, казак, выходи сюда. Сейчас я постучу. Это мясо, мясо. Опа. Опа, он где сидит далеко. Ну-ка на. Держи. На него бьет. Бери, бери, бери. Бери скорее. Она пошла к нему, иди. Вон она где. Он боится их всех. Ну иди скорее бери, пока не съели. Скорее, скорее, посмотри. На него гляди. Как он крадется. Они его бьют. Бери, бери. Бери скорее. Вот она стоит. Вот они у меня собрались. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Одна убежала. Подожди. Она убежала. Опа. Ну и все, больше нет. Пошли. Все, все. На второй раз сегодня уже кормила. Второй раз. Вас много, мяса-то на всех не наберешься. Со всей округи сбежали. Давай-ка пойдем все породьев кормить. Ой. Посмотри, как у нас там стоит. Хорошо, Маркус, не торопись. Смотри. Вот видишь как, вот я тут убираю, тут маленькая кормушка какая. Я туда насыпаю. А от голубей отходы. Дальше. Вот тут сейчас поставлю. Вот такая, видишь как? Вот здесь вот они будут у меня сейчас есть. Вот здесь вот сверху. Это я спрятал от кошек. Ой. Вот так. А жуланчики едят только семечки. Поэтому им нужны семечки. Вот. Семечки. Вот видно. Сюда вот. Руки мерзнут. Сегодня где-то 27 градусов, наверное. Ой. Вот навешал везде мясо. Вот. Оторвали уже. Там внизу она не где-то. Вот все, висит мясо. Здесь прилетает зеленый дятел. Сорок. Вчера три сороки были. Вороны и жуланчики. И воробьи едят. Тут оборвали, где веревочки. Это все у нее мясо висело. Мясо. Трудный период какой. Надо поддержать. Вот какие собаки благодарны. Они злые. У нас все добрые, а люди не понимают, их кормишь, духовным даешь, он... То есть собака намного вернее человека. И вот они новые только познакомились, они под ворота лежат, смотрят, вон, видишь? Их видать. Они следят за мной, за каждым шагом. Вот они где, вон они как глядят. Пошли скорее, а то вообще можно закрыть окончательно. Скорее закрываю. Вот сейчас главное смотрю прощаплено. Поносят его как попало. Когда был у власти, молчали. А сейчас и жить такое. И посмотри на морду на этого, на Кураева, как кидаются сразу. А вчера, вчера еще только ходили, интервью у него брали. Ну, да. Понятно, мы будем с Володей да. Чуть позже, я сейчас ролик снимаю. Ты сможешь понять? А сегодня уже совершенно как будто никогда Чаплина и не было. Мертвый. Ну, за через вот. Час. Господь сколько делал с Володей. За какое доброе дело хотите убить меня? Вот я наберу. Приноравливаюсь к этому, ко всему. И вижу, собака, если даже нечаянно где-то тякнет, они издалека узнают. И они, я иду, они с ворой бегут за мной. Ну а хорошо ли это? Может их надо убить? Ну не убили, они живут на наших глазах. Спят на улице, морозно. Никому они не нужны. Никому. Это не у охотников.
А что? Ну ничего. Это нам позволяет заботиться Господь. Все, пока. Ой.